Ну что, чай попили, убрались, и теперь можно пересадить цветы. Я хочу пересадить свой антуриум, разделить его на две части, потому что уже большой. И хочу пересадить фикус. У меня был такой чахленький кустик. Сейчас вроде пошел в рост, и вот нужно будет ему горшочек побольше взять. У нас на улице сегодня дождик идет, но может снег быстрее растает. В общем, для пересадки нам понадобится земля для орхидеи. Я антуриум в нее всегда сажаю. Мне такой нравится. Это фикус пересадить и керамзит для дренажа. И горшок пересажу туда антуриум. You and me.